Телекомпания «Ахтуба» и «Волжская ГЭС» проводят ежегодный конкурс детского творчества. Нельзя не восхититься работами, к созданию которых авторы подошли с особой фантазией. Например, вот эту коллективную работу воспитанники Волжского детского дома выполнили с применением пены для бритья. Изобразив таким образом волны, ребята очень точно показали, как может выглядеть Волга в период весеннего сброса воды на ГЭС. Очень необычную работу представил и Рамиль Кузовков. Прием рисунков и поделок на конкурс уже закончен. Результаты творческого состязания будут подведены 22 марта в Международный день воды. Авторов лучших произведений ждут подарки и экскурсия на крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию.